Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. Новый проект на Пилот Радио. В эфире прямо сейчас я, Марина Семенова, а также мои соведущие Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей «Совум», и Павел Хилько, основатель детского клуба «Вверх тормашками», арт-педагог. Ну а также у нас сегодня очаровательная гостья Алина Федорова. Мы рады приветствовать наших слушателей. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. В этом выпуске решили разобраться, чем мы кормим наших детей и что они любят. До эфира собирали мнение нашего подрастающего поколения, спрашивали, какая любимая еда у наших детей. Обязательно познакомим вас с этими мнениями в рубрике как раз «Детская». Мнение. В конце программы обязательно оставим время поиграть. Игра будет призовой. Не пропустите. Сегодня на кону пригласительный в кино на два лица. Вопрос, кстати, будет музыкально-танцевальный, посвященный 23 февраля. Телефон студии 78-77-10. Сейчас просто его напоминаю. Звонить нужно будет попозже, тогда, когда мы объявим рубрику «Время играть». Видеоверсию сегодняшнего нашего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Twitter. Град. Итак, чем мы кормим наших детей и что любят они? Это тема нашей сегодняшней программы. Как кормить, чем кормить ребенка на эту тему? И написано, конечно, и сказано немало мнение экспертов нашей программы. Ни в коем случае не претендует на абсолютную истину. Но, тем не менее, вот мы рады выслушать мнение и Павла, и Артема по этому поводу. Артем, пожалуйста, ваше мнение. Итак, чем и как кормить наших детей, на ваш взгляд? В данном вопросе мы всегда полагаемся на практические действия, которые происходят у детей, вот, на то, как они взаимодействуют с едой, и в данном вопросе мы им сильно доверяем, потому что сами дети очень хорошо чувствуют то, что им нужно для их организма, вот, и именно ту еду, по идее, они и хотят потреблять. Вот, и поэтому получается, что наблюдение за детьми в этом вопросе очень важно. Как мы каждый там из передачи в передачу повторяем, что самое главное — это наблюдение за детьми и смотреть на них со стороны, и не желательно не ангажированным взглядом, а просто как вот наблюдатель, который просто подсматривает там или просто смотрит на этот процесс. Вот, и отсюда вытекает ряд вещей. Когда за ними наблюдаешь, как они действуют, как они передвигаются, бегают, что они делают, становится понятно, что они достаточно сильно отличаются от нас. Вот, то есть количество физических действий у них намного больше, чем у нас. Они постоянно играют, постоянно делают не только физические действия, но и интеллектуальные действия. Поэтому им нужно... достаточно своеобразный рацион питания, вот, который человеку с внешней стороны очень тяжело посчитать, потому что он не сильно связан с весом, не сильно связан там, с возрастом, да, сильно связан с деятельностью. Вот, и поэтому, если кто-то и хочет посчитать что-то, то нужно отследить деятельность. Калории имеется в виду, да, посчитать? Калории и сами вещества, которые... необходимые. То есть, например, углеводы, да, которые поддерживают энергию, поддерживают возможность передвигаться, нужны в большем количестве, вот, для того, чтобы осуществлять активную вид деятельности. Причем за детьми мы очень это сильно наблюдаем, когда они бегают, и прям видно, что их активность с какого-то момента начинает падать. То есть они прям, ну, уже нет возможности бежать. Вот, и тут они ищут что-то, чем-то подкрепиться. И чаще всего они, ну... выбирают конфеты. Конфеты, да, сахар, хлеб. Хлеб им очень нравится. И макароны. Вот. Макароны нравятся всем. Да, макароны нравятся всем. Это можно прямо отследить, потому что у детей действительно такой рацион, что макароны нравятся всем. Вот. Ну, практически всем, ладно. Есть исключения. Вот. И получается, что... на это надо смотреть именно вот таким взглядом, то есть на питание. То есть кормить нужно вот действительно что, одними конфетами, сладостями и макаронами? Так, по-вашему? Если это нравится детям?
Вот у нас Алина присоединяется. Вот про еду. Еще вроде бы детям нормально так заходит суп. Просто суп обычный такой, ну, мясо, макарошки. Такой легенький, да, обычный. Такой? Например, мой брат его очень любит прям. Замечательно. Вот. А и здесь нет, не только конфетами, а действительно нужно, чтобы были углеводы в полном перечне. Потому что получается, что углеводы, там, хлеб, макароны, они не всегда есть под рукой, да, а сладкое, оно намного ближе под рукой находится, потому что макароны надо приготовить, хлеб нужно там достать, отрезать, да, конфеты, они где-то здесь, или сахар, он где-то здесь находится, то есть он просто кусочек съесть, и все. Если есть это в доступе, если ребенок понимает, что это легко получить, вот эти углеводы, которые он, скажем так, понимает, что ему нужно потреблять, то тогда у него не происходит сдвиг сладкое. То есть он потребляет углеводы, которые не являются сладким. Но, опять-таки же, часть углеводов, которые содержатся в сладком, они тоже нужны. Так ребенок так и нахватается только сладкого? Может быть, с одной стороны, это так. Паш у нас сегодня не присоединяется к разговору, слушает, как... Павел, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу. Да. По поводу неограниченного количества употребления сладкого. Вы знаете, если можно так сказать, я, наверное, среднестатистический родитель, который все-таки периодически пытает ограничить детей. Ну, плюс, конечно, я же понимаю, что Артем, когда говорит, мы же не берем в расчет детей, у которых аллергия или еще что-то, правильно? То есть, соответственно, есть некоторые вещи, которые, ну, ребенку не дашь по каким-то медицинским соображениям, которые у него уже выставлены. Вот. Но я могу рассказать историю из своей жизни, да, как меня там приучали к определенному виду продукта, да, там, допустим, вот хлеб. Я отказывался есть хлеб абсолютно в детстве. Мне как-то мама сказала, что, Паш, хлеб больше не ешь, вообще никакой. Соответственно, когда я потянулся за печеньками, я сказал, это тоже хлеб. Когда я это понял, я стал хлеба есть много. Совсем подряд, да, и вот только совсем недавно сократил. Как настоящий ребенок от противного, да? Да, пошли от противного. Плюс шоколадки, ну, опять-таки, ну, это мое личное, да, мнение, и говорю, я выступаю тут просто как среднестатистический родитель. Шоколад на ночь в каких-то больших дозах, ну, я лично против в своей семье, да, у нас есть там орехи на столе периодически, там какие-то печенья, какие-то еще что-то, но мне кажется, все равно должна быть норма, если человек, ребенок поел вечером на ужин, ну, хорошо поел, то потом всего это нахватываясь, явно в энергии не уйдет, если он через полчаса ложится спать. И вот, ну, мои ощущения, что тут как бы все равно какие-то ограничения действуют. А вот теперь хотелось бы послушать детское мнение. Мы собирали, я напомню, мнение наших маленьких радиослушателей, и сейчас мы готовы его предоставить прямо в эфир. Детское мнение. Я люблю конфеты со вкусом малины, потому что они очень вкусные, и я люблю еще макароны с сосиской, с колбасой и пиццу с колбасой. Почему? Потому что они очень вкусные, сладкие и мне поднимают настроение. Я люблю брокколи, мясо и конфеты. Я люблю конфетки, потому что они вкусные, сладкие и приносят много радости всем детям. Мне дает сладости, что я очень радостная и веселая. Еще конфеты мне дают, что я самая красивая и добрая, и вежливая. Еще мне помогают. Еще мне конфеты нравятся, потому что они мне очень-очень помогают. Я люблю суши, потому что у них такой странный вкус рыбы. Огуречек у них есть, еще есть рис, много чего там есть, они всякие разные, запеченные, не запеченные, сырые, не сырые, с кальмаром, не с кальмаром, очень мне они нравятся. Я люблю есть кашу, каша вообще-то прибавляет сил, там витаминов много, там отрубные овсяные эти хлопья, а хлопья это источник силы и энергии. Я люблю пиццу, потому что она вкусная, не знаю почему, но я люблю есть мороженое, орехи и всякие фрукты и овощи.
И мне нравится яблоко, суп и горох, и рис. И еще мне нравятся макароны и сосиски, и газировка. Лео, есть 1000 конфет со вкусом банана. Детское мнение. Итак, вот детское мнение у нас уже прозвучало в эфире. Мы, конечно, еще спросим и Алину. Вот хотелось бы отметить, что некоторые прям даже такие гурманские, да, настроения в среди детского населения у нас превалируют. И суши нравятся, но кто-то даже вот за здоровое питание, так скажем, да, за кашей выступает. Брокколи кому-то нравится. У всех вкусы совершенно разные. Но при этом хотелось бы отметить, что конфеты-то любят все. Алиночка, любишь конфеты? Смотря какие. О, как. Вот мое мнение. Я думаю, что, например, если конфет давать много, когда-то это ребенку надоест. И что же он тогда будет кушать? Ну, что-то другое. Что-то другое. Но тоже сладкое, вкусное. Ну, возможно, и не сладкое. Например, вот... Пирожное. Ну, пирожные тоже сладкие. Угу. Ну, или не такое прям сладкое. Например, я дома ем бутерброды с паштетом. Они очень вкусные. Еще я люблю брокколи. Вот, как здорово. Молодец, мы выяснили, кто из детей любит брокколи тоже. Не только вот участник нашего опроса любит брокколи. Итак, пожалуйста, Павел, Артем, ваше теперь мнение, ваши комментарии по поводу детских наших высказываний. Давайте я продолжу. Да. Конфеты-то любят все, да. Да, мне нравится обострение беседы. Вот. И в данном случае совсем конфеты они есть не будут. Потому что у них так устроено, как у любого человека. Если ты потребляешь одну и ту же пищу, а других веществ к тебе в организм не поступает, организм начинает через определенное время их требовать. Вот. И в данном случае мы это видим на практике. То есть это не какая-то теоретическая штука. А мы пробовали такую вещь, что когда даешь большое количество углеводов, очень быстро в течение дня насыщение углеводами происходит. Вот, и после этого ребенок уже начинает искать либо фрукты с овощами, которые необходимы, ну, которые разбавляют это. Плюс к этому они ищут всегда белки для того, чтобы это каким-то образом заполнить. То есть, причем белки у всех разные, у кого-то мясо, у кого-то сыр, это рыба там и так далее. Вот, различного рода элементы. Из различного рода продуктов они это берут. И получается, что именно хочется, чтобы именно таким образом шел процесс. То есть, когда действительно организм ребенка хочет, и он это рефлексирует, понимает у себя, и тогда он про это говорит, и тогда, да, это интересно. То есть, тогда есть смысл это делать, эту еду готовить, там, давать и так далее. Вот. И в данном случае, когда ребенок это слышит, свой организм, он это привыкает делать, и во всех остальных ситуациях он, потребляя еду, следует именно этим принципам. То есть он слушает организм в первую очередь, не внешним каким-то там воздействием, да, либо там рекламой, там, либо какими-то мнениями людей, там, вот, либо там теми же усилителями вкуса там и так далее, да, потому что когда он слушает организм, он слушает о полезности этой еды. И в данном случае даже сильные усилители, они начинают проигрывать. И дети, которые таким образом питаются, для них нет культа там фастфуда, для них нет культа там газировки там и так далее. Мне кажется, никто не откажется от гамбургера, чизбургера и так далее из детей. Пиццы. Пицца нравится, но я бы отказалась от гамбургера и чизбургера. Угу. Но от пиццы бы не отказалась. Пиццы бы нет, потому что пицца не так. Ну, потому что, ну, пицца вообще фастфудом, по-моему, по моему мнению, пицца фастфудом не считается. Ну, к сожалению, считается фастфудом. Вообще-то, ну,
может, в России где-то там, да, но вообще, ну, по моему мнению, она все-таки не фастфуд. Не, ну, можно я включусь, защищу маленько Алину и дополню Маринино мнение. Пицца все-таки итальянское блюдо, да, и домашнее изначально, вот. А фастфудом стало в процессе, поэтому оно так и считается. Поэтому оба мнения верны, я, как всегда, за всех. Вот, а я хочу сказать одно, отметить, что все же мы понимаем, что с возрастом меняются вкусы. И вот, допустим, на моей практике, да, мы детям даем пробовать нечто новое периодически. Не всегда это новое воспринимается сразу, со взгляда. То есть, как бы, тут еще вопрос, я не знаю, вот с практики Артема, как это получается. То есть, не всегда то, что новое на столе, ребенок может воспринимать, то есть, ну, на взгляд. К новому после... очень сложно, да. Многие дети как раз действительно подходят. Пусть вкусовые изменения во рту, это все понятно, но когда мы даем пробовать, тут уже человек, да, определяет, нравится, не нравится. Я, ну, могу вот из своего, опять-таки, опыта сказать, ну, опять-таки, на сладких штуках, да, сгущенку. У меня дети очень долго не ели сгущенку, пока я там чуть ли губы не намазал. Намазал губы, все, как бы. Мы теперь все едим сгущенку. Вот. Я к тому, что они пробуют. Каждый раз пробуют. То есть, если у меня, допустим, младшая дочь очень любит помидоры, прям ест их с удовольствием, а старшая нет, больше огурцы, но огурцы многие любят. И так во всем. Плюс возрастом меняются предпочтения, как тут прозвучало, и суши пробовали, и пиццу пробовали, и уже выбирают, что им хотят. И даже ту же пиццу они могут тоже сказать ингредиенты, которые они хотят, чтобы там были. Время и дети. Продолжаем программу «Время и дети» вместе с Артемом Федоровым, сооснователем среды образовательных возможностей СОВОМ, и Павлом Хилько, основателем детского клуба «Вверх тормашками» и арт-педагогом. В нашей студии сегодня присутствует очаровательная Алина Федорова. Она также высказывает свое мнение по этому действительно очень важному вопросу, как и чем кормить наших детей. Мы поговорили, вот, да, и Павел, и Артем, и Алина высказали свое мнение по поводу еды, что кушать, да, детям, по их мнению, можно давать, как приучать к каким-то новым блюдам. А по времени, вот режим питания должен присутствовать все-таки у нас? Или вы считаете, что по требованию ребенок должен питаться? Алиночка, ты как считаешь? Я думаю, режим не особо нужен. Ну, примерный режим, но не так, что, типа, ну, пришло время, на, держи, ешь. По-любому никак. А так, что, ну, типа... В несколько часов, как раз, когда эти несколько часов, допустим, там ребенок захочет, тогда и давать, а не в один прям момент все держи ешь. Угу. Павел? Мое личное мнение, опять-таки, я за обе стороны, потому что, когда человек голодный и до следующего приема пищи долго, перекус должен быть. Это вот как пятиразовый, да, в Англии, там, 5 o'clock и все остальные, вот. Но мое личное мнение, что должен соблюдаться все-таки некий режим, и завтрак, обед, и вечером ужин в определенное время, не говорю, что прям строго в 7, да, но там плюс-минус, вот, они должны быть. К сожалению, детей, вот, например, даже школьного возраста, те, которые посещают детский садик, вот режим питания по требованию, так скажем, по желанию ребенка, это, наверное, невозможно, поэтому здесь все равно вот придерживаться, наверное, режима какого-то стоит, то есть еда в определенное время, тогда, когда, вот, ну, собственно говоря, положено кушать. А Артем? Здесь не соглашусь резко прямо. В данном случае, да, с одной стороны, организм, он может привыкнуть, да, к употреблению еды в определенное время, в одно и то же. А вот, и некоторыми физиологами там считают, что это правильная такая настройка организма. А вот, но дело в том, что деятельность людей, она сейчас очень ненормированная, носит рваный характер постоянно, то есть они не постоянно что-то делают, да, они меняют свою деятельность. Исходя из этого, получается, что потребность организма в еде, она начинает возникать в разные периоды времени. И поэтому нужно в первую очередь слушать свой организм.
То есть, если вам хочется их съесть сейчас, вы... Ну, перекус, да, Павел кушать. Сказал, да, например, да, перекус, конечно. Это понятно. Но вот, например, школьное питание, оно же по режиму, по определенному. Мы сейчас вот идем всем классам, ну, кушать, да, обедать или завтракать. Если сейчас, например, сильно не хочется, можно через перемену просто на перемене поесть какую-то булочку там или что-то еще бутерброд с собой взять и перекусить через 40 минут, там, через час или еще через час, когда это будет необходимо организму. Не обязательно организму ставить в такие условия. Ну, вот как бы я тут подключусь. Единственное, говорю, тут же еще вопрос в том, что некоторые родители начинают перекармливать. Бабушки это очень любили, все остальные. То есть сытый, не сытый, ешь. В школе примерно может произойти то же самое. Если утром ребенок уже поел, а у них завтрак там через 1-2 урока, и он там с набитым животом идет туда, естественно, он половину не съест. А после 3-4 урока он захочет покушать. Естественно, тут карманные деньги. Мы вспоминаем все свои школьные прошлые, когда мы бегали там за одной булочкой в столовую. Поэтому тут во всем нужна норма. Ну, как бы смотрим за детьми, даже если мы не хотим смотреть, но норму-то какую-то... Вопрос действительно спорный, который сегодня у нас в программе мы рассматриваем, поэтому, наверное, каждый родитель остается при своем мнении, но здоровое питание, конечно, никто не отменял. Сейчас у нас, возможно, будет еще один такой большой вопрос, да, это детские страхи. А как раз у нас пришло время советов. Пожалуйста, рубрика «Время советов». Время совета. Почему большой вопрос детские страхи? Да, сегодня у нас вот слушательница задала вопрос по одному из детских страхов. Он такой один из самых распространенных. Я думаю, что, может быть, мы даже когда-то сделаем целую программу, посвященную детским страхам. Очень, наверное, интересная такая тема. Для многих она актуальна, поскольку, наверное, практически каждый ребенок чего-то боится, по крайней мере, озвучивает такие, да, свои опасения. Кто-то темноты боится, кто-то там чего-то и одиночества. У всех детей по-разному. Ну вот нам, например, Татьяна написала. Несколько месяцев назад у ребенка появился страх темноты. Сейчас Никите 3,5 года. Оставляем ночничок, не помогает. Он зовет родителей постоянно. К врачам идти совсем не хочется. Что посоветуете вы? Павел, я знаю, что вы хотели ответить на этот вопрос. Да, смотрите, но у каждого человека есть страхи, и это в пределах нормы. У маленького человека как раз 3,5 года, это начиная, ну, уже начался осознанный возраст, да, там с 2,5, с 3 лет, соответственно, страхи эти вырисовываются. И темнота – это один из основных страхов, который, в принципе, может остаться и у взрослого человека. Надо понимать, что это такой страх, который, так скажем, сродни со страхом одиночества, смерти, потери, вот таких вещей. А что делается в этом случае? Ну, я к тому, что это основной страх, который может быть у взрослого. Ничего в этом страшного нет. И к врачам бежать абсолютно не надо, ни седативными, не дай бог ребенка, ничем остальным. Что в этом делается? Страх — это как эмоция, она должна быть пережита. А пережить можно, вот я как будущий арт-педагог-психолог, да, могу сказать следующее. Во-первых, рисунки. Во-вторых, сказки. Рисунки что мы рисуем? Рисунки мы рисуем... Тут вообще разнообразие может быть. Нужно рисовать какую-то темноту и в ней какой-то персонаж, может, на доброго. Ну, то есть свой страх нужно обрисовать, да, ребенку? Обрисовать предложить? Свой страх, видеть его и рисовать много раз. Он может быть изменен. И если это будет рядом родитель, который будет говорить что-то хорошее, скорее всего, этот страх изменится в положительную сторону. Ребенок переживет, во-первых, эту эмоцию, во-вторых, примет эту темноту как нечто, ну, нормальное, хорошее, не страшное. То есть все страхи-то настроены. Сейчас ужастики. Темнота, ужасы, монстры и все остальное, все. Но в страхах же может быть много хорошего. Там чудеса происходят. Там как бы леший бродит, да? Если Дед Мороз может предложить, да, прийти. Какой-то подарочек принести. Конечно, поэтому страх можно по-разному. Вот просто скажу такой другой страх. У меня у дочки страх стоматолога. Мы что сделали перед походом? Она сама нарисовала себя в кресле стоматолога, рядом с стоматологом. И потом начали докрашивать стоматолога. Нарисовали ему нос, бантик, пчелку. Получился такой клоун. И у нее такую улыбку. Она пошла спокойно. То есть абсолютно без слезинок, без всего. Мы посмеялись, все хорошо. Смех – одно из лучших лекарств перед любым страхом. И плюс сказки. Сказки – это то, как темнота может помочь. Или какой-то герой из темноты может помочь. То есть надо просто ассоциировать саму темноту с чем-то хорошим, а не с плохим. Потому что подсознательно, это, как я уже изначально сказал, это, конечно, страх такой. Игры какие-то, да, еще тоже можно игры предложить. Игры в темноте, те же прятки и жмурки, да, когда закрывают глаза, это же тоже темнота идет. Ну вот, поэтому почему и нет? Давайте поиграем. Тут колокольчик звенит, там еще что-то. А тут раз
конфетка выплыла, да? Возвращаясь к идее. Алиночка, ты боишься темноты? Темноты немножечко, да, но я боюсь не самой темноты, а монстров, которые могут быть в ней. Вот как. И можно я расскажу про свой самый главный страх? Ну, расскажи. Это страх замкнутых пространств, клаустрофобия. Как серьезно, как ты с этим борешься? Я, ну, не знаю, в принципе, у нас нет замкнутых пространств, но я в них несколько раз оказывалась, но из них, конечно, можно было выбраться, но все равно страшновато было. Например, у нас в школе есть такая сцена, и под ней есть очень такое пространство маленькое. Я туда несколько раз залезала, и, ну, там достаточно страшно, но, например, я туда залезала вот с друзьями, например, когда я там с ними разговариваю, мне не так страшно, например. Мне кажется, еще лекарство от страха – это друзья, потому что с ними можно разговаривать, обсуждать что-то. Молодец, здорово. Я надеюсь, что Татьяна нас услышала сейчас, она поймет, как действовать со своим сыном Никитой, которому 3,5 года, страх темноты можно побороть, ничего в этом страшного, наверное, это скорее возрастное. Тема нашей следующей программы «Время и дети» будет «Как воспитать у ребенка ответственность» на номер +7 920 693 54 82 в WhatsApp. Мы ждем ответы ваших детей на вопрос, что такое ответственность по их мнению. +7 920 693 54 82 в WhatsApp. Мы ждем аудио с ответом ребенка. Оно должно быть не более 20-25 секунд. Что такую ответственность? Пусть ваши дети порассуждают на эту тему. Ну, а сейчас у нас пришло время играть. Время играть. Итак, телефон нашей студии 78 77 10. У нас будет вопрос совершенно несложный. Будет он посвящен 23 февраля, поскольку сейчас как раз программа у нас проходит накануне этого мужского, так сказать, праздника. Да? Мы будем называть известный матросский танец. Очень любят его включать в программу всевозможных детских праздников, праздников и взрослых. И так все очень просто. Нужно будет назвать матросский танец, и у нас уже есть дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Сергей. Сергей, расскажите нам, пожалуйста, вы слышали вопрос? Да. Назвать матросский танец, очень известный. Вы готовы ответить на этот вопрос? Ну, конечно. Ну, пожалуйста, расскажите нам, какой же ответ правильный? Яблочко. Яблочко. Сергей, вы большой молодец. Скажите, а вы сами танцевали когда-нибудь с яблочко? Вы, наверное, не поверите, но да. Здорово. А у вас есть дети? Да, он пока еще не танцевал. Еще пока не танцевал. Я надеюсь, вы научите своего ребенка обязательно этому замечательному танцу. Сергей, мы вас поздравляем. Вы выиграли 2 пригласительных в кинотеатр. Пойдете вместе со своим ребенком, я надеюсь. Выберете время. Оставайтесь на линии. Мы расскажем вам, как забрать ваш приз. Спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо и нашим экспертам. Это сегодня Алина Федорова. У нас была впервые в нашей программе. Также Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей «Совом», и Павел Хилько, основатель детского клуба «Вверх тормашками», арт-педагог. Я Марина Семенова. Прощаюсь, всего самого доброго. До новых встреч. До свидания. Пока. Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети.